Авария. Вот ехала 5 минут назад. Здесь все было хорошо. Вон вы видите авария. Что характерно в Канаде, быстро приезжают, буквально, ну вот я только что 5 минут назад была здесь. Он показывает нам проезжать. 5 минут назад я была здесь, аварии не было. Вот, и это говорит, что реагируют быстро, я даже не знаю, у меня такое чувство, что они где-то стоят, вот еще одна машина едет на помощь, они где-то стоят и моментально приезжают, скорая моментально приезжает, полиция и пожарка, то есть едут всегда 3 машины, когда авария случается, 3 машины, это скорая, пожарная и полиция. Приезжают всегда, даже если нету пожара, даже если нету... ну как бы там травмированных людей, то есть они всегда приезжают 3 службы. Вот чем еще вот характерно, что мне нравится, что реакция очень быстрая, понятно, что машины все становятся в сторонку, когда едут или пожарная, или скорая, или милиция, все сразу же. Ребята работают очень оперативно, очень-очень-очень. Все случается очень быстро, быстро перекрывают дорогу, ставят такие, вот вначале вы видели огоньки, по которым нельзя ехать, нужно объезжать это все.